Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою программу. Сегодня у нас среда и время в городе Чикаго 11 часов утра. На восточном побережье 12 часов дня, на западном побережье Сан-Франциско, Лос-Анджелес 9 часов утра, в Москве 7 часов вечера. И на связи у нас Россия-Москва, психолог Евгений Саяпин. Женя, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну, мы с вами после некоторого перерыва встречаемся опять. И тема у нас сегодня очень депрессивная, но зато актуальная. Тема у нас сегодня депрессии. И вообще, к чему это все ведет. Более того, уже после того, как был сделан анонс на радио «Сангейтс» и на сайте «Психология для непсихологов», была выставлена некая фотография, которая вызвала определенного рода дискуссию. Она была очень депрессивная. Но фотография, она только лишь фотография. Она ведь показывает, к чему может привести на самом деле депрессия. Я правильно понимаю? Да, конечно, конечно. Главное, чтобы мы сами с вами сейчас в состояние депрессии не вошли. Потому что, как оказывается, депрессия, оказывается, можно заразиться. А депрессия – это сегодня бич нашего общества. Хотя, если более глубоко говорить, я надеюсь, мы сегодня поговорим на эту тему, то депрессия как болезнь, я думаю, существовала на протяжении всех веков развития человека. Потому что это внутреннее состояние, состояние души. И насколько человек принимает, не принимает себя, отношение к окружающему миру, к родителям, настолько он и будет успешен или, наоборот, несчастлив в этой жизни. В таком случае у меня все-таки тогда уточняющий вопрос. Вы имеете прямое и непосредственное отношение к медицине. Так вот, как вы считаете или как вы знаете, депрессия – это все-таки состояние души или это болезнь? Или это одно и то же? Любая болезнь – это состояние души. И, в принципе, болезнь дается человеку для чего? Чтобы он полежал и осознал, что в своей жизни надо что-то менять. И болезнь именно дается через его душу. Или душа посылает сигнал физическому телу, да, что полежи и осознай, что свою жизнь надо как-то менять. А если говорить с позиции медицины, конечно, депрессия – это болезнь. Болезнь, и она бывает запущенная форма, которая может привести даже к суициду. И эти формы уже лечат непосредственно все психотерапевты и психиатры. Но мы с вами будем, наверное, говорить о пограничном состоянии или начальном состоянии. Депрессия и плюс истощение. То есть, вот, что называется, пока болезнь еще не вошла в такую серьезную фазу, то мы покажем вам, как необходимо уменьшить ее содержание в вашей жизни или вообще избавиться. Ну, хотя избавляться, наверное, тоже нет смысла, потому что любая болезнь – это, в принципе, подсказка жизни, на что необходимо обращать внимание, на что не надо. Истощение вы имеете в виду что? Истощение нервной системы, истощение организма, истощение человека как какой-то, в общем-то, сущности? Истощение вообще возникает при сильных эмоциональных и физических перегрузках, да, и сопровождается обычно потерей работоспособности. А также часто возникает такое понятие, как беспокойство. Человек начинает не понимать, что с ним творится. А вот депрессия – и вот истощение, депрессия – это, что называется, на грани идут. А по большому счету, что то плохо, что это плохо. И вот так разбираться, что я истощен или в депрессивном состоянии, когда человеку плохо, ну, наверное, ему от этого легче не становится. Так вот, депрессия – это у нас патологическое ментальное состояние, которое характеризуется уныние, беспокойство, слабость. И вот для этого состояния очень часто присущи такие явления, как печаль, моральное страдание, утрата самооценки. Человек начинает сомневаться, зачем он живет, для чего он живет, насколько его оценивают или насколько он сам себя оценивает, не оценивает. Депрессию еще говорят, что вот сравнивают как потеря давления. Вот представьте, в футбольном мяче
кончился воздух. И вот идет, что называется, сдувание, да, вот этого воздуха. И канадская психоаналитик Лиз Бурба, она это говорит еще как депрессия – это прекращение напора. Очень классное такое сравнение. И в таком состоянии человек не видит собственной ценности. Он как бы заключен в темный и бесконечный туннель, в какое-то темное пространство и не знает выхода оттуда. Я могу назвать основные симптомы депрессии – это вот потеря к повседневной деятельности, чувство отчаяния, чувство подавленности, упадок сил, неспособность сконцентрироваться, безразличие, замкнутость. Как правило, человек, страдающий депрессией, имеет проблемы со сном, хотя даже и принимает снотворное. И очень отличительная способность вот этой болезни, как правило, человеку предлагают помощь, а он от нее отказывается. Он говорит, у меня все хорошо, и у меня все прекрасно. Знаете, вот мы с вами проводим уже ряд передач, да, и вот как ни парадоксально, я вот начинаю, ну, всегда же одно дело в больнице работаешь, да, и вот поток людей идет, а когда начинаешь концентрироваться и начинаешь уже собирать вот эти болезни, ну, что называется, структурированно, и начинаешь понимать, что все родом из детства. Вот как ни крути, вот отношения с родителями. Потом эти отношения с родителями выплывают на отношения мужчина-женщины. Я хочу вам показать с самого начала, вот такая прекрасная книга есть. Видите ее, да? Дик Сваб. Мы – это наш мозг, и называется «От матки до Альцгеймера». И вот этот ученый вообще говорит, что депрессия закладывается в матке женщины. Оказывается, мозг ребенка формируется от 0 до 6 месяцев. И вот в этот момент, как женщина себя ведет в состоянии беременности, дергается, ругается, нервничает, или спокойно, да, открыто миру, слушает там музыку, радуется жизни, от этого и будет зависеть, будет ребенок расти. Ну, в смысле, придет этот человек в этот мир с депрессией, с агрессией, с тревожностью, беспокойством, или он придет полноценным, нормальным психическим человеком. Поэтому, зная вот эту книгу, я прочитал года два назад, да, и сегодня даже женщины, которые у нас лежат беременные, да, или с угрозой там выкидыша, я всегда говорю, думайте, что мыслите, о чем говорите, потому что ваш плод, ваш ребенок у матки это все уже слышит. И получается, своего рода у нас жизненная рулетка. Вот вам, например, повезло с родителями, и вы спокойны, да? И никакая депрессия вас не возьмет. А бывает здоровый такой, допустим, перед тобой парень стоит, а ломается как бамбук. Потому что это внутреннее состояние, и физическое тело здесь уже его не спасает. Знаете, я вот сегодня перед передачей почему-то послушал концерт Юрия Лоза. Там у него прекрасная песня есть. Ну, такая депрессивная, но зато очень содержательная, по словам. «Тоска» называется, да? А хоть этого композитора и певца сегодня гнобят, там, по политическим мотивам, но, тем не менее, он очень талантливый и думающий человек. И вот как четко он в этой песне выразил вот в это состояние души. Ну, хотя он отчасти писал для 40-летнего мужчины, да, и вот период кризиса, но это можно вот, эти слова, что называется, в любом отделении неврологического корпуса это все повесить. В любом неврологическом отделении, извините, не корпуса. Ну, понятно, да. Тоска, все валится из рук, и все не так, как надо, да. Сердце ничему не радо. Вот и дальше такие слова. Вы знаете, мне вспомнилась одна история, вот пока мы с вами беседуем. Я хочу только немного внести ясность, потому что многие радиослушатели и те, кто смотрит и слушает нас на YouTube, они выражают мнение о том, что когда я беседую, допустим, с каким-то профессионалом, со специалистом, они хотят слушать его. Ну, мы договорились с Женей о том, что у нас это формат беседы, это не просто интервью, где я задаю вопросы, Женя рассказывает или кто-то другой рассказывает. Я предпочитаю вести программы
в формате беседы. То есть я сам много путешествую и занимаюсь психологией уже очень много лет, правда, для себя. Так вот, мне вспоминается история. Я познакомился здесь много лет назад с одним человеком, москвичом, и очень интеллигентным, будем так говорить, директором какого-то очень крупного предприятия. Он с женой приехал сюда к своей дочери, которая замужем, с двумя детьми. И он приехал сюда, ну, его позвали, он приехал. Как обычно происходит и происходило, не знаю, как сейчас, ну, вот, скажем, 20 там чем-то лет назад, 25 лет почти, я вот приехал тому назад тоже. И так получилось, что мы с ним как-то подружились. И вот он мне со мной делился. Ты представляешь, я, говорит, был там директором крупного предприятия, за мной заезжала машина, я получал очень серьезную там зарплату. Я приехал сюда, я никому не нужен. Я не нужен ни государству, я не нужен ни детям. Я нужен только своей жене. И я ощущаю полнейшую никчемность своего пребывания здесь, более того, на чужбине. Естественно, языка он не знает. И задается себе вопрос, он себе задает вопрос, на которого, в принципе, ответа нет. А вообще, зачем я сюда приехал, получается. Развитие событий было такое. И причем ему говорили все, до единого, и я говорил. Поскольку все-таки, как бы живя там достаточно много лет, проживший в бывшем Советском Союзе, до его развала я приехал сюда, и здесь довольно много лет, а в промежутках на Востоке я как бы ориентируюсь в психологии Запада и Востока. И я ему говорил, ты понимаешь, дорогой, вот это то, что ты сейчас, как ты себя ведешь, это называется депрессия. Это приводит к очень и очень серьезным последствиям. На медицинском плане это просто категорическое, вот красные кровяные тельца и белые кровяные тельца. И, то есть прекращается, скажем, это в соответствии с аюрведой. Идет, ты можешь получить очень серьезные заболевания. В принципе, что и получилось. Он его получил. Это серьезное заболевание, хотя предпосылок к этому как бы не было. И он, вот то, что он привел себя к так называемому суициду, но это не было, что он взял, сбросился там откуда-то, повесился или так далее. Он целенаправленно вел себя, как говорил Жванецкий, что человеком не делаешь, он упорно ползет на кладбище. Вот та самая ситуация получилась с ним. И понимаете, вот это то состояние души и состояние тела, когда человек, он не способен управлять. Он говорит, я все понимаю, он мне говорил, он умер. Я все понимаю, но я ничего не могу с собой поделать. Я начинаю вспоминать вот это ностальгия, это то самое, на санскрите называется тамас. Это то вот воспоминание прошлого, которая очень и очень негативно отражается на нашем состоянии. Как вы с этим, Женя, согласны? Да, конечно. Знаете, я даже сегодня со своей мамой разговаривал, да, она у меня в Питере болеет, и желаю скорейшего выздоровления. И я ей говорил, вот, понимаете, вот сын, да, с мамой, вот вроде я психолог, а вот найти те слова, чтобы поддержать родного, близкого человека, это очень сложно. И я вот то, что вы сейчас сказали, да, говорю, мам, вот мы все живем прошлым. Мы цепляемся за прошлое. Как было там хорошо? Конечно, было в 20-летнем возрасте гораздо лучше, чем 60, 80, да, это понятно. Но я и дал установку. Вот ты сегодня просыпаешься, жива, и скажи Господу, спасибо за этот день. И живи сегодняшним днем. Не живи вчерашним, не живи завтрашним, а здесь сегодня живи. А вот что касается вашего приятеля, да, знакомого, я почему-то другое услышал. Почему человек хочет умереть? Если человек захочет умереть, он и здоровый умрет. Ну, он, на самом деле он не хотел умирать, я понимаю, да, но да. Он ничего не мог с собой поделать. Да, и вот Карл Густав Юнг в свое время дал определение очень четко, особенно вот мужиков это касается, пуэр. Пуэр это переводится с латыни «вечно молодой». И вот мы приходим сюда-то для чего? Развивать свою душу. И вот Юнг писал, что если до 30 лет мужчина не развивает свою душу, то после 30 она склонна к саморазрушению. Поэтому мы сегодня и выбираем такие виды спорта, как прыгание с парашюта, там, на глубину прыгать, да? Какие-то опасные виды спорта.
человек неосознанно хочет умереть. Потому что если душа не развивается, душа и ведет его в сырую землю. Я сейчас вам приведу несколько жизненных примеров, да, чтобы было понятно, потому что вы правильно сказали. Одно дело, вот собеседник монотонно вам что-то бубнит, а другое дело все-таки интереснее, когда идет живой диалог. Поэтому еще вот, если подводить к этому, если человек хочет, чтобы было все плохо, то так и будет. А если человек хочет внутри поменяться, и он находится в состоянии депрессии, еще раз повторяю, если это не запущенная форма, если там уже не пахнет психиатрией, то любой человек может помочь сам себе. Но для этого необходим кризис, толчок, выход. Если не будет вот этого пинка, то ничего не изменится, к сожалению. Вот так мы устроены. Наверное, может быть, Всевышний создал нас, чтобы мы как-то находили свои пути, выходы и включали свои мозги, что необходимо делать в отношении своего здоровья. Ну, на самом деле мы все, рождаясь на этой земле, и в этом, находясь в воплощении, в этом материальном теле, мы созданы только лишь для одной цели. Мы должны пройти наш урок, и у нас есть свое предназначение, которое, как правило, люди не знают. То есть они подходят к определенному этапу, получают определенную какую-то проблему, определенную болезнь, и начинается, а она является следствием, естественно, как и суицид, является следствием чего-то, но в корни, в истоки никто не идет. И когда мы говорим, и вы абсолютно правильно сказали о том, что все истоки надо искать совсем-совсем в глубоком прошлом, но заглядывать в прошлое нам надо только для одной цели, для того, чтобы понять, почему сегодня где-то с нами что-то происходит не так. Это не значит жить тем днем, прошлым, и говорить о том, что вот как здорово было, какая была колбаса тогда, какая была колбаса сейчас. Если я бы вспоминал в 90-м году, где было абсолютно все пусто, в 91-м году, то что было бы? Так вот, мы должны, прежде чем, допустим, как-то принимать, и абсолютно какой-то всплеск, какой-то стресс, может быть, и надо, да, какой-то вот прийти через какую-то вершину, климакс какой-то такой, взрыв, это было бы здорово. Но вот для этого, кстати, мы с вами беседуем, для того, чтобы дать толчок людям, ну, осознать о том, что не все так просто, и как бы тут есть какие-то причины. Но скажите, вот мы с самого начала начали с вами говорить, и какая-то вот такая фраза была о том, что это заразное, если говорить о болезни. А что, действительно, вы считаете, это можно заразиться депрессией? Да, можно, конечно. Любым страхом, любой паникой, агрессией, конечно, можно. Даже вы идете по улице, навстречу идет толпа футбольных болельщиков. Это даже вот в Англии недавно показывали. Вроде благочестивая там женщина в банке не маленькую должность занимает, ни с того ни с сего заражается вот этим коллективным бессознательным, и то же самое идет, ворует там ноутбук в магазине. Потом спрашивает, что вы делали, говорит, я не понимаю, что я делала. Да, это называется в состоянии бессознательного. Но я здесь вам другое хочу сказать. Вот вы говорите, что возвращаться назад. Возвращаться назад не к тому, что там было хорошо, колбаса была вкусная, а необходимо проанализировать, что истоки депрессии идут от отношения к родителю противоположного пола. Вот именно оттуда. И вот как ни парадоксально, да, мы можем давать советы кому угодно, но вот со своими родителями, своими детьми это самое сложное — выстраивать отношения. Вот смотрите, история, да, девушка родилась в полной семье, родители разводятся, в 14 лет отец уходит, у нее страшные неприятие идет к матери, потому что из-за нее отец развелся, да? И обида в то же время на отца, что он ее бросил. Потому что депрессии присущ такой феномен, принцип покинутого, отвергнутого. То есть от ребенка отказались. Все, вот с этим психологическим состоянием ребенок живет всю жизнь. И она всегда будет в априори, эта девушка, считать, что мужики ее бросят. Она выходит замуж, начинает гнобить мужа. То есть то, что она не могла сказать отцу, какой он там хороший, плохой или нехороший, она начинает, ее психика, выплескивать на мужа. Муж затюканный. Он какое-то время терпит, уходит. Но у них в браке рождается ребенок, сын.
Сыну сегодня 20 лет, ей где-то 45 лет. И она начинает уже проецировать отношение к отцу, к мужу уже на своего сына. То есть она начинает вот всю ненависть к мужскому уже на сына проецировать. Знаете, 2 дня назад я гулял в Измайловском парке, и там Лебедянские пруды стоят, мужики ловят рыбу. Ну, вот так, по грудь в воде, холодно так, по большому счету. Но я в шутку спрашиваю, мужики, рыба-то есть? Да нету, говорит. А я говорю, а что стоите? И один неосознанно говорит, да депрессию, говорит, лечим. А второй говорит, да от жены прячусь. Понимаете, вот на неосознанном уровне они правильно сказали. И они непосредственно, вот как на биологическом инстинкте, знают уже, как лечиться, да? Не идут к врачу, а вот что-то их животное знание, вот эта генетика начинает подсказывать, как выходить из этого состояния. Так вот, что касается этой женщины. Сегодня она в больнице, да, попала с таким тяжелым состоянием депрессии, потому что она не понимает. Вот у нее вот это уныние постоянно, что она винит во всем. И ее посадили, естественно, уже на антидепрессанты. То есть она не может справиться самостоятельно. А что такое антидепрессанты? Тот же Юнг, тот же Фрейд писал, что применение медикаментозных средств ведет к умерщвлению души. Я не призываю, чтобы, да, люди бросали антидепрессанты. Есть моменты, которые уже человек не может справиться. И осуждать за это тоже нельзя человека. Потому что, знаете, вот я тут недавно был на передаче по Первому каналу. Там женщина, ну, пьянчушка такая. И вот ее все начинают там гнобить. Вот ты брось пить, ты там такая сякая, начинает к стыду. Ну, я не знаю, покажут, не покажут. Я когда микрофон взял, говорю, ребят, это равносильно, что вы заходите в онкологическое отделение и начинаете человека ругать, что он болен онкологией. И алкоголизм – это тоже болезнь. Зачем ругать человека, потому что он не ведает, что творит? Потому что алкоголизм – это болезнь души и мысли. И депрессия – это тоже болезнь души и мысли. Именно отношение к родителям там в глубине. Но если ты не отрабатываешь вот эти отношения с родителями, ты уже по эстафетной палочке, вот эта женщина, уже передала сыну. Сын тоже депрессняк словил. Вот вы говорите, заразиться, не заразиться. Либо он мозгами цепляет, либо на неосознанном уровне. Как вы думаете, вот этот негатив, он уже будет передавать на кого? Правильно, на свою жену или дочь. И вот этот круг рогооборот, он идет. И вот когда я, например, составляю генограммы, да, вот по роду, и мы видим, что бабушка, прабабушка генерит точно такие же поступки, генерила, как сегодняшний клиент, пациентка, которая сидит передо мной. Вот я говорю, какие-то простые истины, мы там книги пишем, мы там, ну, что-то создаем, какие-то компьютерные программы, а вот самое простое, как научиться выстраивать отношения с противоположным полом? Беда с этим, беда. Ну, это абсолютно правильно. Я занимаюсь нумерологией и изучаю эту науку ведическую в основном. Ну и, в общем-то, по дате рождения можно достаточно легко, скажем, я могу сейчас определить о том, что в прошлом. И часто было, вот ко мне тоже люди обращаются на консультации, и я им задаю вопрос, они спрашивают, откуда ты знаешь и почему, какая связь. То есть идет такая шахматка, которую вы сейчас как раз-таки и рассказали. Это шахматка такая, это, скажем так, папа, дочь, сын, или мама, сын, дочь. Качество, ну, какая-то такая неформальная, скажем, статистика существует о том, что 70% до 70% качеств родителей, имеется в виду противоположного пола, значит, если сын берет у мамы, а дочь берет у отца. Вот соотношение вот такое, то есть 75% и хороших, и, скажем, каких-то негативных качеств берет дочь у отца, и, соответственно, сын у матери, и только 25% противоположного родителя. И если это не понять, то тогда это без сомнения будет проецироваться. То есть, если вот вы абсолютно про это соответствие с физическими концепциями, абсолютно, вот я очень рад о том, что
Мы с вами стоим на одной линии, несмотря на разные, скажем, концепции, восточные и западные концепции восприятия и психологии, и самой, самого отношения между полами. И вот если это такое происходит, то, конечно, будут проблемы у нее с ее мужчинами, а у него с его женщинами. Что впоследствии отразится действительно на родителях, на детях. Я помню, ко мне тоже обратился один мой хороший знакомый, и он говорит, ты мне можешь помочь, как мне наладить отношения, у него две дочери. Я знаю, что он развелся к тому времени, я с ним давно не общался, но вот я знаю, что я читал где-то там, что они уже разошлись, или кто-то мне сказал. И я говорю, а как ты собираешься, как я тебе могу в этом помочь? Он говорит, ну поговори с ними, со мной они не хотят вообще разговаривать, дети, дочери, вообще не хотят, они обвиняют его во всех смертных грехах. Ну, я попытался, но меня тоже никто не стал слушать, то есть мне попытались что-то объяснить с точки зрения обиженной дочери, одна и вторая, попытались там что-то такое рассказать, какой он там плохой, ну, то есть каждый ищет, соответственно, причины в ком-то другом. В себе никто не ищет причины, но ведь это... А я, когда ему попытался это рассказать о том, что вот точно так же ты вел себя по отношению к своей жене, или она вела по отношению к тебе, это же не имеет никакого значения. Но главное, конфликт был, который отразился там. Вам надо смотреть ваших родителей. Он этого не понял и сказал, что нет, я тебя просил, а ты ничего не сделал. То есть получается как? Надо менять кого-то, себя никто не хочет менять. Мы все светлые, пушистые, мы все очень классные. Это да, понимаете, Майкл, здесь другое. Вот когда вы начали объяснять этим девочкам, да, что они неправильно, вы правильно, может быть, все говорили там на 100%, но дело в том, что у них уже стоит установка, что мужикам верить нельзя. Мужики козлы. И вот поэтому, когда я даже мужик прихожу в гинекологию и начинаю женщинам там вещать, что полюбите себя, ребенка, ну какие-то, да, моменты, чтобы предотвратить угрозу выкидыша или улучшить какое-то физическое состояние. Вы что думаете, я не вижу, в априори на меня смотрят, как на врага. А кто в гинекологию попадает? Да в основном женщины, у которых есть проблема с мужским началом. И отчасти мне же тоже дают эту ситуацию. Отчасти я тоже садомаза. Я знаю, что получу по башке в палате, да, где сегодня я был. Три женщины, взрослые женщины смотрят на меня. Ну, пой, дядя, пой, да. Зачем я-то туда иду? Вот сегодня я начинаю понимать, что я тоже иду отрабатывать те взаимоотношения мужчина-женщина. Поэтому, если кто-то это делает осознанно, это здорово. Кто-то неосознанно, ну, флаг ему в руки. Но просто надо, в принципе, осознать, что депрессия, истощение, агрессия, паника – это звенья все одной цепи. Это отношение к противоположному полу. И вы сказали четко, что, конечно, мы, мужики, все всегда хотим, чтобы у нас рождались девочки. А женщины хотят, чтобы у них рождался сын, да? Хочешь, не хочешь, а почему? Да потому что, когда любой мужчина все равно на подсознательном глубоком уровне хочет снова, что называется, степ-бай-степ научиться выстраивать отношения с женским полом. Поэтому мы и хотим девочек. А это же самое все относится и к женщинам. Ну да. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что сегодня мы встречаемся с психологом Евгением Саяпиным. И мы сегодня говорим о депрессухах, о депрессивных состояниях, к чему это может привести и с чего все начинается. Но у нас уже есть план, на самом деле, мы это уже обсуждали с Женей о том, что мы будем встречаться в следующий раз. Мы встречаемся по средам. Время... по московскому времени это 7 часов вечера, и мы будем говорить о зависимостях. А эта программа будет не одна, их будет несколько, поскольку уместить в рамках одной программы то, что, о чем мы хотим поговорить, довольно сложно. И вот сегодня мы уже каким-то краем уже дошли до того, о том, что человек, то есть идея какова? Человек приходит домой, ну, допустим, мужчина приходит домой. Вот была такая ситуация абсолютно четко. Я приглашал одного довольно известного человека, тоже из России, психолог, лектор, прочитавший неимоверное количество лекций, известный человек. И вот он был у нас.
Михаил, извините, можно я шторку закрою, то в глаза прямо солнце. Солнце да, у нас. Да, извините. Да. А я пока буду вещать. А вы продолжайте, да. А я пока буду бухтеть, как космические корабли бороздят большой театр, да? Так вот, мы были в одной общине, тоже русскоговорящая община, в литовской общине мы были. То есть тут у нас большое Чикаго, и тут все живут как-то так, по общинам. И вот там довольно много людей пришло на эту встречу. И женщина рассказывает такую ситуацию. Спрашиваешь у нее, ну как, у тебя есть какие-то вопросы? Она говорит, да, мужик пьет. Мужик рядом сидит, что самое интересное. Смотришь на мужика, а что ты пьешь? Ну, молчит. А какова ситуация? И вот начинаем выяснять. А ситуация вот какая. То есть где работает мужчина? Мужчина работает на стройке. Ну, сказать о том, что он не по специальности, мало сказать. У него совсем другие специальности. Допустим, здесь все меняется. Тут все как-то по-другому происходит. И вот работа тяжелая. И он приходит домой и хочет отдыхать. А жена, соответственным образом, начинает ему что-то такое там предъявлять какие-то требования. То есть мозг она, ну, да, простым, просто народе, да. И начинает что-то ему там говорить, ты вот это не сделал, ты вот это не сделал. И вот он слушает до какого-то момента, а потом... Ну, человек сразу попадает в фазу депрессивного состояния. То есть ему и так тяжело. Он и так работает не по специальности. Это не значит, что это все он светлый и пушистый. Просто ситуация, да, мы рассматриваем. И вот он начинает искать. Хорошо, вот эти вот там ребята, которых вы там встретили в озере, они хоть рыбалкой занимаются, там, скажем, да, а тоже могут заниматься и другими вещами. Ну, вот в данном случае он идет тогда к друзьям и, значит, начинает кирять. Короче говоря, ситуация такова. А для нас что? Особенно для нее. Мужик пьет. Если мы будем идти дальше, то почему он пьет? Что к этому привело? Никто в этом не разбирается. То есть мы начинаем лечить нашу болезнь уже чуть ли не на последней стадии. А что до этого дошло? Ведь по аюрведе, вы представляете, любая болезнь, которую мы получили, это четвертая стадия из шести. Первая стадия, вторая стадия, третья стадия в соответствии с аюрведой у нас наша медицина вообще и близко не рассматривает. Болезнь зарождается вот здесь. Болезнь зарождается в уме. Она зарождается в тонком теле человека. И человек, вот вы сказали о том, что если уже уйти там глубоко в ведическую, скажем, там концепцию, опять же, уже аюрведу, то женщина, которая уже в положении от 0 до 6 месяцев, вы сказали, там начинает формироваться мозг ребенка. А что было до того? Ведь до того происходит следующее. Три месяца на тонком плане этот ребенок, который они планируют пара зачать, он уже находится рядом с ними. И вот именно еще до того происходит какое-то формирование. Но это уже на уровне совсем другом. Это не на уровне тела, это на уровне души. Это так трактует. То есть мы очень и очень немногие вещи, скажем так, знаем, а тем более их и принимаем, даже если нам об этом говорят. То есть, дорогие друзья, это я обращаюсь к радиослушателям, видеозрителям, потому что наши программы записываются, они будут выкладываться на YouTube, выкладываются и на Facebook. И вы с удовольствием, если захотите, можете посмотреть, а если хотите задать нам вопросы, пожалуйста, вы можете это очень легко сделать. Вот у меня сзади висит бэннер, там может быть не видно, но это тройное W. sungatesradio.com, sungatesradio.com и Skype. Самая удобная форма общения, пожалуйста, Sungates, по-английски Sungates, S на конце, солнечные ворота, Sungates 108. Пишите нам на этот Skype, задавайте вопросы на нашем веб-сайте, пишите в Facebook, и мы с удовольствием ответим. А в следующей программе вот мы будем говорить уже о каких-то привязанностях, каких-то привычках, каких-то attachment по-английски. Ну, если мы говорим уже, завершая эту программу сегодняшнюю о депрессиях, мы ее не завершаем.
Нет, Михаил, здесь все равно надо немножко этот. Давайте, у нас есть еще время. Расшифровать, потому что да. Вот даже вот тот мужчина, который вы привели пример, который выносит мозг жена, да, и он потом идет водку пить. Здесь немножко другое. Это, похоже, не депресняк. Это смена настроения. А смена настроения, тот же Юнг писал, это продукт бессознательного. И я думаю, многие из нас идут по улице ни с того ни с сего, бамс, настроение поменялось, да? Увидел какую-то картинку, настроение поменялось, запах что-то напомнил. А смена настроения, Юнг говорил, это продукт бессознательного. То есть человек не может этим управлять. Как и паника, например, панические атаки, сегодня тоже это очень сильная такая вещь. И вот в этот момент человек должен задать себе вопрос, в осознанном или в неосознанном состоянии я нахожусь. И даже в больнице я всегда говорю своим пациентам, что заболеть гораздо сложнее, чем выздороветь. Медицина вас за неделю, за 10 дней поставит на ноги. Но если вы не поменяете свои мысли, отношения самого себя, то вы будете точно так же ходить по этой кольцевой канаве. А любая болезнь – это подсказка. Если это гинекология, отношения к мужскому началу, да? Если это отоларингология, какую-то ситуацию человек не может слышать. Если это зубы, какую-то ситуацию человек не может прокусить, надкусить или наоборот показать зубы. То есть это все можно прочитать в книгах Лиз Бурба, Луизы Хей. Русский есть такой тоже врач-психотерапевт Валерий Синельников. То есть, понимаете, самое интересное, что все мы это все знаем, все подкованы. Но как болели, так и болеем. Потому что всегда, еще раз говорю, давать советы – это самое простое. И вот человек, если подвержен депрессии, он никогда не услышит совет от своего близкого. Но здесь именно близкий должен проявить напористость и агрессию. Вот как ни парадоксально, да? Потому что вот здесь как раз нужна дубина для людей, которые находятся вот в этом бессознательном состоянии, в состоянии депрессивном. А, естественно, вопрос, да, а что делать? Потому что мы вот много поговорили, а теперь как выходить из этого состояния? Ведь наши люди, наверное, слушают, которые подвержены этому депрессивному состоянию. Во-первых, первое, надо осознать, что да, это у вас внутри есть. Второе, проанализировать, осознать, ну, если не можете, идите к психологам, идите к психотерапевтам, ваши детские травмы. То есть то, что вы получили в детстве от своих родителей. Винить своих родителей за свое детство, ну, это, наверное, непродуктивное занятие. Надо просто принять, осознать, простить. Это тоже есть масса практик. Третий момент. Значит, необходимо прописывать вот эти ситуации. Если нравится, вот знаете, вот, ну, мы же все людям. Я думаю, и вы в состоянии депрессии, да, впадаете в смену настроения. Я в смену настроения. И сегодня я задал вопрос. Действительно, а как можно выходить? Вот я, например, музыку слушаю. Именно музыка дает вот этот волновой эффект вашей душе, и как оно там начинает работать, непонятно, неизвестно. Тем не менее, оно начинает работать. Поэтому каждый человек должен найти свой рецепт борьбы или принятия этой депрессии. Еще немаловажно, если человек начинает бежать от своей болезни, да, от страха, например, обязательно болезнь и страх догонит и накроет. Но когда вы поворачиваетесь лицом и говорите, да, я принимаю тебя такой, какая ты есть, спасибо, что, Господи, что ты мне дал эту болезнь, и я буду осознавать, то процесс излечения происходит гораздо быстрее и эффективнее. Еще раз говорю, что не стоит делать из этого трагедии, впадать в панику, в отчаяние, потому что депрессия – это болезнь. И, к сожалению, вот именно почему в последнее время много, да потому что много брошенных матерей-одиночек, семьи сегодня неполные. У нас вообще институт семьи не работает. Мы не знаем, еще раз говорю, как строить отношения с противоположным полом. Поэтому все, кажется, много информации, но это вот как дали обезьяне, да, гранату или автомат Калашникова. А что делать с этим, никто не знает. Поэтому, наверное, конечно, сегодня по телевидению программы, где показывают там нижние чакры, да, и половые органы, гораздо интереснее, когда, чем вот слушать нас, которые призывают людей шевелить своим серым веществом и побуждают задуматься о своей жизни. Поэтому все наше внутри нас, и не будет доброго дяди, доброй тети, который даст таблетку и все пройдет.
Ну, Женя, полностью согласен. Может быть, какое-то дополнение к тому, что мы, я уже говорил об этом, наш центр, мы ездим в Бразилию, где живет очень известный человек, целитель, медиум, его зовут Джон от Бога, если по-русски Джан оф Гад, и там находится духовный госпиталь. И там совершенно удивительные вещи происходят. Там никто никого не режет, там никто никого не лечит, там нету врачей. Там есть, скажем так, ну, духи, ангелы, не знаю, как их можно называть. Там есть понимание того, то есть человек приезжает туда, ему рекомендуется, его никто не заставляет, рекомендуется осознать, что болезнь – это сигнал того, что где-то что-то было сделано не так. И там рекомендуется простить. Там рекомендуется не просто простить, там рекомендуется полюбить. Причем полюбить и себя, естественно, и полюбить тех врагов, потому что враги, на самом деле, они не враги. Смотря как трактовать ситуацию. Если, допустим, считать, что по отношению к нам произведено какое-то действие, которое, ну, нас каким-то образом, мягко говоря, неприятно или плохо на нас отражается, это есть причина. То есть то, что называется карма, и это не враги, а это то, что мы как-то сделали не так. Поэтому Иисус Христос говорил, если вас ударили по одной щеке, поставьте другую щеку. Это спорный, конечно, вопрос, я понимаю, что, так сказать... А вы можете вот эту фразу расшифровать, вот как вы видите? Потому что я всем задаю этот вопрос, и пациентам, и клиентам, и врачам. Вот фразу Иисуса Христа, вот вы лично, Майкл. Я, еще раз, это моя интерпретация, но она базируется на том, что я знаю, то, что я изучаю. Я просто приведу одну историю, которая очень и очень сложна. Я не помню, чтобы, ну, вот один человек мне ответил так, как оно описывается в священных текстах, в ведических, скажем, знаниях. Ситуация была такая. Это просто аналогия, как для меня это ответ на вопрос. То есть был очень и очень совершенная личность, когда-то жила очень и очень много лет тому назад. И вот эта личность, его звали Махараджа Парикшит, он объезжал свои, так сказать, владения, это был царь, и он увидал такую картину, когда он выехал на какую-то поляну, он видал пасущихся быка и корову, у которых были перебиты ноги. И рядом стоял какой-то человек в черном, и у него была в руке дубина, с которой капала кровь. То есть вокруг никого не было. То есть вариантов нету. Кроме того, что этот человек совершил вот такое вот действие. Ну, мы, многие знают о том, что быки и коровы – это священные животные. И если что-то вот там, скажем, в Индии до сих пор существует, если кто-то умышленно убивает это животное, то вплоть до смертной казни. И причины сейчас не будем уточнять. Но этот Махарадж, он был очень и очень, скажем там, будем говорить, он мог допустить все, что угодно. И он допустил, что он может быть неправ. И он уже сдержал так руку, в которой был меч, чтобы отрубить ему голову, поскольку это немедленная смертная казнь, если такое происходит. Но он решил спросить у быка и коровы. Ну, люди тогда общались на другом языке. То есть он их спросил, и ему ответил бык, ему ответил. Это он совершил это действие. И бык ему ответил очень интересной фразой. Он сказал, если человек указывает, тот человек, который указывает на преступника, который совершил противоправное действие к нему, к этому человеку, он сам является преступником. Как расшифровать эту фразу, это достаточно, ну, я могу ответить, конечно, но пока не буду отвечать. Интересно, как на это отреагируют наши радиослушатели, к которым я обращаюсь, которые будут видеть наши программы, которые слушают, как на это ответят. Я надеюсь, понятная история была. То есть я сразу вот перейду к ответу, то, что вы, это моя интерпретация. Значит, нас ударили по щеке, по правой щеке.
То есть, если учитывать, что есть следствие и есть реакция на это, то есть есть причина и есть реакция на это, на эту причину, которая является следствием, то мы были виноваты. Если мы виноваты, мы должны просить прощения. А как просить прощения? Поставить другую щеку. Это интерпретация, которая лежит совершенно в глубине, за пределами. Еще раз повторяю, это моя интерпретация. Но как на нее ответить? Вот я отвечаю таким образом. Я сам это анализировал, и я пришел вот к такому выводу. То есть все то, что происходит с нами, это мы уже знаем априори, кстати, это проблемы лежат в нас. Значит, если мы хотим узнать, кто в чем-то виноват, нам надо всего лишь подойти к зеркалу. И тогда мы сразу все узнаем. Вот так теперь, я отвечаю. Да, теперь я свою интерпретацию, хорошо? Да. Вот, допустим, конечно. Женщина заходит в подъезд. Насильник стоит, ее начинает насиловать. Если следовать вот этой интерпретации, да, тебя насилуют, получи максимум удовольствия, угу, то, наверное, неправильно. Если тебя физически обижают, надо давать сдачу. Но на тонком, вот этом ментальном уровне, ну как, это опять я, да, думаю, не надо посылать проклятие. Потому что, когда твое проклятие непосредственно с негативом этого насильника соприкасается в пространстве, оно увеличивается в объеме. Поэтому обоих и накрывает. Но это мне вот так видится, да? Безусловно. Ну, да, но последнее время почему-то у меня сегодня много клиентов, которые задают вопрос, что сложно относиться, ну, причем женщина к женщине, мужчина к мужчине, да? Раздражает, какая-то раздражительность, агрессия сегодня идет у людей. И мы начинаем анализировать. И вот всегда вот этот вопрос, который задаю, а вот вам вот не нравится в человеке что-то, например, да, ну там скупой, жадный, подставляет, начальник уходит, стучит. Я задаю вопрос, а у вас-то внутри, у самого есть, потому что мы отражение, вы правильно сказали, то есть смотрит человека, но никто не хочет вот эту правду в отношении себя знать, да, все борцы за справедливость говорят, что мне не нравится, но когда глубоко, и поэтому я говорю, вы не отвечайте мне, вы ответьте себе. Проходит время, да, ситуация опускается, ну кто-то наоборот начинает еще. Ну, все разные, поэтому говорить, что ты должен вот так поступать или так, но это не задача психолога. Задача психолога показать, что есть 2-3 пути, но право выбора все равно за тобой только. И вот тоже парадоксально, что многие женщины мне на консультациях, я тоже задаю вопрос, с кем вам проще общаться, с мужиками или женщинами? Сразу не задумываясь, говорят, с мужиками. Ну, на мужика можно там поплакать, надавить, да, и мужик, соответственно, растает перед женщиной. И то же самое мужчины говорят, не с мужиками легче общаться, а именно с женщинами, потому что на женщину можно... Нам жизнь дает женщины, мы всегда хотим понравиться женщине, да, самоутвердиться, вот самооценка, вот о чем мы говорили в начале, да, депрессия. Угу. Когда самое сложное действительно начинается взаимоотношения дочь с мамой, сын с отцом. Вот это тоже очень такой щекотливый и сложный момент. И, кстати, косвенно тоже влияет на состояние депрессии. Но все-таки, вот когда, если вы подвержены депрессии, надо осознать, что родители не специально вам повесили этот комплекс вины, что отвергнутого, да, что, ну, просто их точно так же воспитывали, они не знают. Если вы осознаете, что да, у вас это есть, то не передавайте это как эстафетную палочку следом идущего поколения. То есть у вас уже есть инструкция, как от этого избавиться. И вот надо порадоваться, что действительно сегодня знания человеку даны вот в этом направлении. Мы уже больше начинаем знать. Только другой вопрос, насколько мы их применяем или не применяем, эти знания. Но... Ну, да, совершенно верно. На первом этапе мы их можем даже и не применять, но мы можем принять. То есть, как я все время говорю, опасно сказать «я не верю», а вдруг правда. Чтобы проверить, ну, как минимум, надо попробовать. Поэтому, когда вы сказали о том, что вот эту ситуацию с женщиной, которая заходит в темный подъезд, естественно, надо давать сдачи. То есть, естественно, надо решать проблему сегодня. Поскольку, если не решить проблему, это, знаете, это как антибиотик, который принять сегодня надо. Он не спасет нас. Это не панацея от того, что у нас что-то происходит. Вопрос: сегодня нам надо решить какую-то локальную задачу, а потом уже задуматься, что произошло. То есть, скажем, опять же, та же аналогия с этим бразильским целителем и медиумом.
он всегда говорит, если вам врачи дали рекомендацию, следуйте этой рекомендации, но вы должны понимать о том, что это был сигнал о том, что что-то где-то как-то идет неправильно. Если вы будете над этим задумываться, а не перекладывать все проблемы на доктора Пилюлькина, допустим, или на каких-то врачей, или на психологов, то тогда вы, может быть, найдете решение этой проблемы. Во всяком случае, я что хочу сказать? Я хочу сказать о том, что наши программы, о том, что то, о чем мы говорим сегодня, то, что мы говорим с другими специалистами, как раз-таки могут дать понимание тем людям, которые все-таки хотят думать, а не перекладывать, еще раз повторяю, решение проблемы на каких-то специалистов и так далее. Ну, Жень, я считаю, что мы с вами достаточно так осветили вопрос. Это ну, вопрос. Да, самое главное, чтобы понимать, что это болезнь. Это болезнь, которая лечится, лечится как медикаментозно, так и своими мозгами, больше своими мозгами. Самое главное, если запущенная форма, идите к врачам, не отвергайте врачебную помощь, да? Конечно, здорово, что за тебя кто-то принимает решение отчасти врачи, но помимо этого включайте свои мозги, потому что, вот, кстати, истощение, да, самое главное, чтобы вы понимали, истощение, как правило, у людей, кто занимается много с другими людьми, медсестры, главные врачи, главные инженеры. То есть вот вы спрашиваете, можно заразиться или нельзя. К вам в кабинет заходит человек с чувством страха, да? Уже он принес на себе вот эту энергию. Почему-то многие мужики ловятся, когда сходят там проститутки или налево. Да потому что он тащит на себе энергию чужой женщины. И поэтому тонко чувствующая женщина всегда поймет, почувствует, что ее благоверный где-то был на стороне. И то же самое у женщин, то же самое. Есть, которые чувствуют, а есть не чувствуют. Поэтому вот это свое сознание, куда входит те же самые чувства, интуиция, ощущения и мышление, надо всегда включать и развивать. Поэтому все у вас получится, но будут вопросы, you are welcome. Поможем. Да, дорогие друзья, пожалуйста, я еще раз повторю, это www.sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, это наш Skype. И это Facebook, Facebook и YouTube. Пожалуйста, если вы хотите получать вовремя уведомления о том, что программа какая-то появилась у нас на YouTube, вы можете подписаться на наши каналы. Это Sungates Radio, вы найдете. R на русском языке, это Russian. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, я очень рад, мы с Евгением очень рады, что вы слушали нас сегодня, о том, что вы будете слушать нас в записи. И еще раз, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните или пишите нам. Женя, спасибо вам большое за ваше время, за очень интересную беседу. И спасибо. Мы встречаемся через неделю. Спасибо вам. До следующей среды, до следующих встреч. Всех благ вам. Не болейте. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.